Добро пожаловать в игру Некромунда Hired Gun. С вами канал Алекс Флейм. Продолжаем играть. У нас 10 глава. Всем приятного просмотра. Темпус Дедра. Начинаем. Все оставляем как есть. Подтверждаем, запускаем. Глава 10. Действия Сильвер Тейлон, ваше вмешательство и соперничество между домами перешли в полномасштабную войну. Несколько крупных банд дома Голиаф планируют свое нападение на Ред Кроуз, могущественную банду дома Орлок, чтобы завладеть их территорией. Не упустите эту возможность расправиться с Орлоками. Выследите Рэй Кроуз, но берегите Сильвер Тейлон и Эширок. Начинаем, ребятки. Темпус Дедра. Боже мой. Что происходит, да? Так давайте аккуратнее. Там уже война идет между двумя фракциями, да? Tread carefully, my friend. It looks like you walked into a gang war. Where are you, Jericho? Coming to join the fun? Maybe. The Black Serpents are here. I'm tracking them, but keep your eyes open. The Silver Talon may be with them. Угу, Сильвер Тейлон. Может быть здесь. Так, ну ясно. Ну, давайте зачищать. Зачистить территорию. Окей. Какую-то информацию раздобудем. Лови. Жуткая война. Так, все что ли? Можно было просто подождать, пока они друг друга переубивают, и все. И там последнего добить. А, кстати, прикольный пулеметик. Хорошо, что я его взял. Отлично. Против мелочи особенно. Я уже сзади. Здрасте. Ты долго не выдержишь такого натиска. Жестко. Не, прикольно на самом деле пулемет. Может его как-то стоит прокачать? Somebody's packing a lot of firepower down here. Yeah, I heard it too. Wait, there's a dam down there. You see it? Дамбу взорвать кто-то хочет. Так, зачистить зону боевых действий. Красивенько. Так, а как я туда попаду? Ворота откроются? Все взрывается. А кто его хочет взорвать-то, я не понял, откуда? А, все, вон, я вижу. Боже мой! Фига себе. Убили.
здоровяка. Хера, он здоровый. Далеко не уйдешь. Попался. Так, ну все, теперь можем пройти здесь, да? Так, ладно, прийти, не буду тебя убивать. Поможешь мне. There's a lot of fighting going on down there. And it sounds like you're in the right place. Keep looking. А зацепки нужно какие-то найти. Ну пока зону зачищаем. Никакими зацепками здесь не пахнет. Эй, кто там рычит? Песик. Не, это был рык не песика. Это здорового громилы. Так, давай уже поменяем. Оружие. Попался. Пусть затих. Так, боже мой. Здрасте. Иди сюда. Я здесь же, внизу. Где ты? Умер уже. Я эту пушечку только нашел за 10 тысяч. Попался. Бесконтактный бой только что был. Эй, как? Ну-ка иди сюда. Спать. Так, насчет ящика. Где должны быть? Тогда я пока не попаду. Лови. That's definitely not the usual underhive weaponry. I think the Silver Talon has been equipping these Goliaths. Where was that? There's an old shrine up ahead of you. There's a dry canal running right by that pit. It'll take you there. Какой-то яме надо идти, там канал проходит. Так, а вот зачисти храм. Ой. Все ушли. Испугались. Должны быть ящики. Наверное, где-то здесь. Что, ты падаешь? Нет. Ладно, фиг с вами. Фиг на эти ящики. Будут еще. Пойдем. Храм. Кто-то топает. Все, можно прыгать. Здравствуйте. Боже мой, опять собаки. Боже, я не хочу вас убивать. Я боюсь вас, поэтому приходится. Вы кусаетесь очень больно. That's definitely the right place. Keep going. I'm on my way. Так, нужное место. Бой идет, окей.
Опять собаки. Боже мой, фига себе. Здоровенная хренотень. Ладно, сейчас надо храм зачистить. Мы полюбуемся, если время останется. Чуть непонятно, слушай. Это твои яйца, да? Твои яйца. Или что это? Боже мой, почему я попасть не могу по тебе? Ой, жесть. Правда, ничего не понятно. Вот, попал. Все, спать. Спать, отдыхать. Попался. А, это собачка. Ну все, нет. Давно, кстати, мастифа не вызывал. А, вон кто-то еще. По-моему, все же, да? Амин. Well done. Black. Stay alert. Serpents. Black serpents are headed your way. Окей. Блин, ну, кого готовиться? Я готов, я всегда готов. Где? Working for the Silver Talon now, eh, boys? That was a dumb choice. Вон они бегают. Че, это крутые чуваки, да? Перезапустить, вернуться в штаб. Не, не надо, нам это. И все, что ли? Крит попадания. Но это было легко. Упс, поймал. Слушай, они хотят живой меня взять. Still alive over there? Yeah. There's a lot of damage to the dome. Stuff's coming down. You need to get out of there. А, он сейчас обрушится. Окей, надо выбираться. Так Тейлор схватили, да? Она не хотела меня убивать. Я живая, нужна была. Лезь только не в голову. Ей нужна была моя голова. Возможно, ей понравилось. Они невидимые, мать его. Прозрачные. Капец, их не заметишь. Куда они стреляют? Но они легкие, как его бить, да? Ихняя сила в стелсе. Точка эвакуации. Как я попаду в эту точку эвакуации? Дверь-то закрыта. Так,
здоровяки, ой, здоровяки, ой, блин, их много. Зайти. А толку? Кажется, все. Мы это сделали. Миссия пройдена. Фу, так, а что мы... Блин, мы не нашли, конечно, ящиков. Это печально. Поэтому навряд ли тут что-то интересное будет. Так, да, все. 11 тысяч. Плюс за миссию. тысячи. Война банд. Дали нам достижение. Новых оружия нету. Хотел бы что-нибудь легендарное. 35 shots. And he was still moving. 35. So, you started an actual gang war. All of your own. I knew I'd chosen wisely. I thought you were going to take care of those, Escher. Well, I tried, but they're on the move. They've cleared out of all their old haunts. The Silver Talon's keeping them with her, and it seems like they're staying on the move. That's how I found you. The Silver Talon. So that was really her, eh? Yes, no doubt about it now. That shadow freak was there too. Really? So he's working for the Silver Talon? No, he's hunting her down too. Well, let's be ready for him either way. He doesn't seem to want to share. We're close. The Black Serpents have cleared out, but there's another Escher gang working for the Silver Talon. The Poisoned Claws. Which do you want? Whoever I find first. Well, just a tip. But Jado can tell you where to find the Poisoned Claws. Так, окей. Might be time to go and see the old man. Before something else. Hi. I need something. The Poisoned Claws. You know where they hide out? Sure. What are you planning? A visit. Yeah, I was worried about that. They've holed up in an old manufactory and they've turned into a chem lab. Big place full of vaults. I can get you there, but I don't know what you're gonna find on the inside. Nobody except the Poison Claws themselves know what most of that dome looks like. And if they preserve the vaults, you're not gonna get through without blasting. It doesn't have to be without. I figured you were gonna say that. Okay, seriously, this is risky. I want extra. But I've seen a few old places like that before. I think I might know a way. Нужно много взрывчатки. Окей. Видимо, это все будет. It's times like this I almost miss scabs. 11 глава будет, наверное, в следующей серии, да? Эшерская лаборатория. Да, посмотрим, что у нас по доп. Миссии. Два самую слабенькую возьмем миссию, мне вот интересно. Или самую дорогую, если есть. За 50 есть? За 49 есть. Так, фракции. Давай самую маленькую возьмем, просто для интереса. Давай самую дешевую. Самую дешевую. 7, ну вот. Отключите вентиляционные системы, чтобы враги задохнулись. Да, давайте. Просто по фану. Подтверждаем. Насколько это будет для нас легко посмотреть. Глава 1. Судя по тому, что мы прокачаны, я думаю, мы это легко сделаем. That
так, вот там вентиляционный. Вот даже не обращать на них внимания, просто. Просто пройдем. Так. А как я туда попаду? А вон сюда можно. Отлично. Тут есть. О, тут сундуки с сокровищами есть, это хорошо. Так, одну вижу. По-моему, да? Да, вот она. Одна есть. Еще четыре. Так, три здесь, а. Вот. Одна прямо. Отлично. Ну, мы проходили данные, по-моему, да? Данные, данные. Но сейчас намного проще. А, подожди, невидимые? Невидимые не появлялись. А сейчас стали появляться, потому что главные миссии тоже. Такие враги есть. Так, ладно. Давай по стене что-то побегаем. Прикольно же, да? Давай повыше поднимемся, смотри. Будем с ним сражаться? Давай этого здоровяка победим. Так, уж и будет. Изи. Доп миссии довольно-таки легкие. Пройдено. Ничего забирать не будем. 560. И сколько мы? 5000 заработали? Налоги будут небольшие, так как и награда была небольшая. Подтверждаем. Даже не знаю, может быть вообще не брать уже доп миссии? Зачем? Смотри, сколько у меня. У меня 600. Мы скоро миллион накопим, ребят. На что его тратить? На что его тратить? Допустим, ну подойдем мы к ней. Она нам хорошее оружие не предложит. Ну блин, ну я даже не знаю. Ну что это? Это обычное оружие, которое у меня в принципе есть. 73. А продать будет намного дешевле. Я думаю, мы это продадим за 1003, наверное, 4. Это кажется, что такие дорогие, ты продашь их за 9. Нет, оказывается, не в 2 раза. За очень мало ты продашь. Ну все это у меня есть, боже мой. Нет. Не стоит ничего покупать. Просто для того, чтобы копить. Не, понимаю, была бы прокачка, там какие-нибудь действительно легендарные оружия, очень редкие, можно было купить. Допустим, за 100 тысяч, за 500 тысяч какая-нибудь мега-лего. Может, там броня какая-нибудь, не знаю. Что-нибудь прям очень крутое. Вот было бы намного бы интереснее. Стрельбище? Тут стрельбище? Серьезно? Я не знал. Это интересно. Это что-то новое. О, в яблочко дали достижение. Капец. Я не знал про это. А, ну вот и все, блин. И уже наскучило, опять то же самое будет. Ладно, на этом, я думаю, теперь точно все. Уже всем пока, до новой встречи. Пройдем эту игрушечку обязательно. Повторяю, что миссии прикольные, миссии мне нравятся.